шоколадный рулет с творожным кремом и малиной. Для бисквита нам понадобится 4 яйца и сахар. Все взбиваем, добавляем какао, муку и разрыхлитель. Перемешиваем все до однородного состояния. Тесто переливаем на противень и выпекаем около 10 минут. Для крема нам понадобится творожный сыр, сметана и сахарная пудра. Равномерно распределяем по бисквиту, выкладываем малину и сворачиваем все в рулет. Поливаем шоколадной глазурью и даем рулету немножко настояться.